Вы слушаете подкаст «Мозговой тур». Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня мы откроем новую границу наших возможностей, а именно узнаем ответ на вопрос «Знать себе цену – это эгоизм или норма?» Сейчас будет немного теории и терминологии. Проявление самоуважения и любви к себе жителями постсоветского пространства часто воспринимается как отрицательное качество. Детям говорят: «Не будь слишком самоуверенным, скромность украшает». В подростковом возрасте принято подстраиваться и быть как все, не выделяться. А взрослого человека, знающего себе цену, называют самовлюбленным эгоистом. Но кто такой эгоист и так ли это плохо – знать себе цену? Эгоист – это человек, зацикленный на своих проблемах. Он говорит и думает лишь только о себе, но не потому, что обожает себя любимого, а потому, что ему плохо. Эгоизм – это вообще не про самоценность, а прежде всего про нелюбовь к себе. Человек, который не любит и не ценит себя, никогда не полюбит других, он просто не имеет этого навыка. У него не получается понять, помочь, утешить. Как помочь другу поклеить обои, если не умеешь? Хочешь и примерно знаешь технологию, но не умеешь. А если пытаешься, получается криво. Есть пара упражнений, которые помогут научиться любить себя нормально. Первое. Не сравнивайте себя с другими, как нам кажется, идеальными людьми. Это плохая идея. Мы никогда не знаем, что скрывается, какой путь они проходили, чтобы стать такими, что они сделали для того, чтобы полюбить себя. Поэтому сравнивание себя с другими мы исключаем из нашей жизни. Второе. Вспомните свои слабости, которые вы уже смогли преодолеть. Христос, будучи на земле, сказал: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это написано в Евангелии от Матфея, 22 главе, 39 тексте. А так оно и есть. Пока не научишься ценить и любить себя, другим людям рядом с тобой уважения и любви не видать. На этом все. Развивайтесь, совершенствуйтесь и двигайтесь вперед вместе с голосом надежды. И не забывайте, что Иисус Христос, наш Небесный Отец, любит вас, а значит, и у вас есть повод любить самих себя.